Здравствуйте, я вас сегодня приветствую на своем канале. Мы сегодня поговорим с вами вышивка бисером по гобелену. Все мы привыкли вышивать по готовой канве, точка в точечку, наискосок. Я хочу вам показать, что я вышивала по обыкновенному гобелену. Это обыкновенная картина. Я ее полностью расшила бисером. Конечно, я в эту картину внесла свои изменения, она была китайская, и названия были на китайском языке. Я написала книжки свои. Сони, гадания, история, сказки. Кот был первоначально черный, я его сделала рыжим. Направление бисера у меня здесь разный, особо я не старалась. Набирала по 3-4 штуки на ниточку и потом это все закрепляла. Эта работа заняла у меня 3 месяца. Ну, я с вами соглашусь, что здесь бисер не ровно лежит. Ее надо отпарить. Она не натянута, она просто у меня вставлена в багет. И вот хочу показать еще вам одну картину, тоже по гобелену. Это обыкновенная подушка, сделанная. Я ее разобрала. Стоит она 40 рублей, думочка. Цвета там были блеклые, некрасивые. И я нанесла бисер, пришила. Здесь у меня присутствуют и камешки, и бусинки, и стекляриус. Видите, она стала яркая. Она 44 на 44 где-то размер. Заняла она где-то 2 месяца работы. Со временем бисер, конечно, темнеет. Эти все работы у меня без стекла. Я не стала стекло вставлять, так как они и так тяжелые. И будет еще тяжелее. Но я вам советую все-таки каждую работу под стекло, потому что как бы у вас чисто дома не было, пыль она складывается. И хочу показать вам, что я сейчас тоже делаю. Это охота, картина. Это тоже обыкновенный гобелен, который идет на покрывало. Вот стала я расшивать все элементы. Тоже у меня разное направление. Конечно, собаки получаются некрасивые, лошадь некрасивая. Ничего. Деревья я делала здесь тоже воздушные. 3-4 бисерки я в ниточку. И как бы петелечкой делала. Они у меня выпухлые. Ну вот, посмотрите. Вот эту лошадь я закрою, потому что она очень большая, дальний фон, и она очень большая. По сравнению, вот осел на переднем фоне. И вот, смотрите, потихонечку это все заполняется. И получится у вас красивая работа. Направление бисерок у меня разные. Пускаю специально белые тона, чтобы зеленое не сливалось и не смотрелось. Как бы простой зеленый цвет, даже если бы я взяла бы разные оттенки зеленого. Издалека это смотрится эффектно. Берите яркие цвета, чтобы был эффект красивый, потому что темное это все сливается. Вот и все, пробуйте. С вами была Валентина, до свидания.